Всем привет, народ! Всех приветствую снова на канале Рулим Ливы. Это уже мой третий мукбанг. И сегодня у нас самый простой в мире завтрак. Это вот такой вот бутербродец с творожным сыром. Ну и, конечно же, кофе. Как же без него? Вы же знаете. Итак, я приступлю к своему завтраку, и параллельно мы с вами поговорим сегодня о бутерах. Вообще, честно признаться, бутеры – это самые любимые, что я люблю особенно на завтрак. Секунду. Божественный напиток. Так вот, бутерброды. С чем я их люблю? Да совсем со чем угодно. Сыр, колбаса, сыр плавленый, паштет, как бы какие-то, да вообще со чем угодно. Вот с чем делаются бутерброды, я все люблю. В данном случае расскажу, что это такое. Это значит творожный сыр. Он продается с разными начинками. Этот вот, например, с зеленью. У него еще такой немножечко пикантный вкус. Я так подозреваю, что здесь не только зелень. Тут немножечко, по-моему, у нас, если я не ошибаюсь, есть чесночок. Что-то такое. Очень-очень вкусно. Просто. Творожные сыры. Почему они так называются, творожные сыры? Они с добавлением творога, у них такой немножко творожный немножко вкус. Вот. Сейчас они есть, много производителей их делают, вот. Я беру, не помню как название, лень в холодильник сейчас лезть смотреть. Такая вот, вот такого размера баночка, вот такая. Она сделана в виде бочонка. Как-то на «В» называется, по-английски, естественно. Не «Виола», а как-то что-то типа того. Стоит 80 рублей, вот, там, если я не ошибаюсь, 150 грамм, то есть 100, то есть 150, вот, мне он больше всех нравится, есть эти творожные сыры и подешевле, но, честно сказать, немножко не то. И вот от этого производителя очень классный есть вкус сыра с томатом. Это вообще, это бомба. Лучше даже вот это. Рекомендую. Не могу с вами разговаривать, поскольку очень вкусный рот занят. Еще, в данном случае, вот у меня, значит, бутерброд сделан на хлеб. Дальше очень люблю хлебцы. Кукурузные хлебцы, знаете вы их все, я думаю, тоже есть. Большое количество производителей их делает. Вот. Я беру любые обычные, какие самые подешевле. То есть, хлебцы есть и дорогие, но я разницы почему-то не вижу, не ощущаю. Хлебцы, они есть хлебцы, все они кукурузные, все они одинаковые, хрустящие. Есть, конечно, там хлебцы с начинками там, то есть со вкусом лука там или там что-то такое. Что-то там еще.
Это да, это отдельная тема, да, то есть кому кто любит такие, кто-нибудь подороже, да, то есть вот так. А меня устраивают простые, потому что я же не употребляю их просто так. Кто-то употребляет просто так, там, вместо хлеба, там, допустим, с супом там или что, да. Им нравятся такие. А я с собственными начинками что-то там на них кладут, ту же колбасу, тот же сыр, те же сыры, там плавленые сыры и так далее, да. И мне поэтому без разницы, с луковым он там вкусом или с чем. Вот я беру простые, они зато подешевле, и везде они есть. Вот как-то так. То есть для меня, допустим, иной раз хлеба в доме нет, для меня это вообще не проблема, то есть в запасе всегда лежит пару пачечек этих хлебцов, они не портятся, не сохнут, и нифига не делается, и то есть взял и покушал без проблем. Чума! Сейчас подкреплюсь и снова в бой, снова за работу. В ближайшие дни я вас покину, я уезжаю снова за город отдыхать. Уеду я где-то ориентировочно, пока сейчас сказать не могу, но где-то на 2 недели. Поэтому, наверное, в этот раз, ребят, если в тот раз, когда 1 мая я уезжал, канал худо-бедно жил, у меня был запас видосов, я как-то там выкладывал, да, но тогда я и уезжал-то ненадолго. А сейчас я уезжаю на 2 недели, поэтому запас видосов особо создать, думаю, не получится, и поэтому, скорее всего, работа канала будет ненадолго приостановлена, может быть, там дней на 10, ну, там немного будут видосы выходить, заранее заготовленные поначалу, а потом, как будет перерыв, то есть, уеду я на 2 недели, а перерыв получится, грубо говоря, где-то, может быть, неделю или дней с 10. Как-то так. Так что не теряйте, все будет хотеть. Как говорится, люблю повеселиться, особенно пожрать. Ладненько, ребят. Бутерброд мой подходит к своему концу. А я с вами прощаюсь. Всем приятного аппетита. До встречи в новых следующих видосах. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока.